Беспокоятся власти о безопасности горожан в новогодние праздники. На 167 площадках будут проходить различные мероприятия с детьми. Для спасателей это потенциально опасные участки. Чтобы предотвратить возможность чрезвычайных ситуаций в зонах скопления людей, дополнительные меры безопасности предпринимают уже сейчас. До 24 декабря спасатели проверят наличие огнетушителей во всех местах празднований. Особое внимание уделят крупным площадкам, таким как ДК Кирова. Кроме того, проверяют места продажи пиротехники. Официально таких в области 8, 4 из них в Мурманске. На весь период новогодних праздников до 10 января все службы будут переведены в режим повышенной готовности. Главная задача не участвовать в этом ЧС, а главное его предотвратить. И поэтому проводится совещание, чтобы проверить все меры для того, чтобы этих ЧС не случилось. У нас как в России, в целом, так и в Мурманской области с наступлением новогодних праздников резко увеличивается количество пожаров и погибших людей на них, а также травмированных. Соответственно, мы проводим, как всегда, комплекс профилактических мероприятий.